и начать снимать здесь. Я тут уже почти около Палаццо Реали. Все-таки хочу посмотреть, показать вам, сколько здесь на некоторых частях домов, не везде, вот этих строений, да, около вот этого самого Палаццо Реали, сколько труб, да, на одном куске, да, на 5 метрах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 труб, кстати, там 5 метров, я не знаю, есть там 5 метров, так. Тут вот опять я вам говорила, вот этот купол, он растет тоже вот из этого здания, вот этот купол такой огромнейший, да? То есть это вообще само по себе огромное отдельное здание, оно растет из крыши, вот, понимаете? Тут тоже вообще вот что это, да, вот, если вот так рассмотреть сбоку, кстати. То есть вообще, вот посмотрите, вообще вот этот прирост вот этот, вообще невероятный, да, невероятный, ненормальный. Не стал бы человек строить вот такое вот извращение, просто извращение, красивое, но для нас оно абсолютно не свойственно людям. Тут тоже это вот там вот плащаница у нас, вот смотрите, еще летом не было закрыто, сейчас уже закрыто тут. И вот еще вот тут вот просто толпа мангустов, это вообще невероятно. Невероятно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядом стоят ветушки. Просто. И еще хочу вам показать вот этот вот тоже, смотрите, да? Вот на крыше вот такая вот высовывается ширма, смотрите, да, вот? Зачем? А тут, посмотрите, вообще ни одного. На этом крыле ни одного, смотрите, да? Вот так вот. То есть, знаете, да, вот это вот, где я стою, это считается белое. Белый Торин, хороший Торин, как бы считается. А вот тут уже как бы идет плохой Торин. Темный. Вот смотрите, да, как интересно. Ну что, идем. Вот этих мангустов тут еще посмотрим. Вот. У меня большая надежда, что все-таки... Посмотрите, сколько всяких вот... А сколько там скоб, ой-ой-ой. Ну, я так вообще-то предполагала. Я просто буду думать сейчас, надеяться, что билет не очень дорогой. Сейчас покажу вам скобы. Вот и скоба вообще внутри. Видно даже, я даже теперь их вижу. Там около трубы большой. Тут высовывается наполовину. Но они видят, посмотрите, она не наполовину, она огромная. Посмотрите, какая она. Поглядите. До самого туда идет. Ну, в общем, тут везде торчат куски скоб. Вот, видите, там тоже. На самом верху. Не могу, солнце вообще жгет глаза. Покажу вам опять огромную скобу. А, о, слава богу, посмотрите. Как она идет через камни, вот просто, я не знаю, неужели это вообще нормально считается. Вот суть, какую суть еще тут можно показать, когда я сколько уже скоб показал, который проходит через кирпичи, просто не портя вообще абсолютно структуру камня, и это одно и то же, это одна и та же скоба. Уже сколько раз мы это... Смотрите, у нее еще какой-то бахрома какая-то, видите? Какую еще суть можно тут в моих видео искать? Можно просто смотреть и рты открывать на то, что уже, что мы уже видели. Понимаете? А вы все суть ищете в моих видео, блин. В общем, если бы человек не искал бы вообще сути, а просто бы смотрел, то легче было бы всем. Это вот там вот у нас плащаница, вот там вот. Отсюда покажу вам. Вот покажу вам, как видно, что это вот, вот эта балда растет просто из этого здания, понимаете? Понимаете? Такая балда огромная. Как цветок распустился, блин. Ну, тут по всей стене будут эти скобы, естественно, и там они наверху, и вот они вот здесь огромные, они просто прореживают. Вот камни. Здесь одна идет, вот. Видите, абсолютно она не... Все тут у нее гармонично с камнем. Вот, тут вторая, потому что... Вполне возможно, что она и... Я не удивлюсь, что сколько раз мы уже волнистые скобы снимали. Вот.
И при этом люди все равно высмеивали, то есть я их тыкаю просто как бы факты, а они все равно смеются. Ну, смейтесь еще, господи. Я говорю, что каждый волен делать то, что ему. Ну вот, посмотрите. Поглядите. Здание считается там 15 века. Вот, посмотрите. Посмотрите. Не могли бы сделать современный это. Не могли, потому что разрушилось бы пол здания. Посмотрите, она просто очень аккуратненько уходит в стены. Вот. Наши это не смогли бы сделать. Но я вам уже сколько раз говорила, что вам не позволят трогать. А не позволят вот эти вот именно наши вот эти вот всякие службы. Потому что в Италии бюрократия и все, что касается вот это исторических таких важных объектов, это просто бюрократия зашкаливающая. Зашкаливающая. Вам не позволят здесь гвоздик бить без там всяких разных разрешений. О, посмотрите, как он уходит. Понимаете? Просто здание. Просто хотела, знаете, сегодня дойти вообще до музея, не снимая, нифига не смогла. Все равно около этого палаццо начала снимать. Ну, честно говоря, на предметскоп я его и, кстати, еще не раз не... Вот, ну, 100% вот она там... Вот посмотрите, это вообще, это просто невероятно. Не, на Турино это, конечно, просто вообще... Это невероятно. Кстати, здесь вставляется, да, там идет под камнями, и посмотрите, и здесь неровно выходит, потому что они сгибаются... Они изгибаются там внутри. Вот видно, что она прям не прямо идет, она изгибается внутри. А. Да еще и как-то хвостик у нее отходит. Я говорю, что я вам уже не снимаю совсем верхние скобы. Вот, посмотрите. Так, где? Вот. Около трубы, видите? Посмотрите. Там тоже кусок скобы торчит. И вот как вот стена выходит из этой, просто удивительно тоже. Это все, видите, как влетая. Построить это, извините меня, в 16 веке невозможно было вот так вот. Вот. Это тоже все кирпич, только он тут быстренько, как сказать, заделан в этот в штукатурку. Так, ну что, идем туда, идем вовнутрь. Сейчас нужно будет опять это кое-что одевать, блин. С завтрашнего дня, знаете, что не надо ничего демонстрировать, представляете? Никаких уже больше всяких разных дурацких документов. Сегодня без последний день. Сейчас вам покажу опять эту глубину, вот здесь вот, которую я вам уже показывала. Во-первых, вот этот вот цельный, посмотрите, да? Цельный вот этот гранитик, цельный. Просто огромнейший цельный гранит. Не, не здесь это глубина. Вот, кстати, просто посмотрите, да? Ой, дети идут, но. Нахалка, да? Наша огромнейшая лампа здесь. Так, надо. Кстати, здесь я снимала, но плохо. Поэтому, если очень сильно, слушайте, сколько скоб. Если очень дорого стоит билет, то... Я тогда сниму здесь, подождите, столько скоб. Это вообще невероятно. Невероятно. Посмотрите, и все в нашем вот это вот. Вот зачем человеку было бы делать вот эту восьми эту штуку, эту метровую вот эту вот. Типа это как фонтанчики раньше. Да? Интересно, что прямо вот эта вот церковь-то, посмотрите, она примыкает. Растет из палаццо Реали, да? То есть там и плащаница. Смотрите, да? Они просто проходят скобы, видите, через камни. И нормально все у них. Так, сейчас я пойду спрошу, сколько билет стоит.
потому что лучше зайти в этот палаццо, но скоп здесь просто. Вот на этой стене они тут небольшие, они именно большие вот там, где я сейчас только что снимала. Смотрите. Тут все они всяких разных размеров. Для них есть специальная ямка, видите? Камни делают им ямку. То есть я уже сказала, что это камень для скоб, а не скоба для камней. Я называю это скоба, но это вообще не скоба. Мне уже хочется какое-то другое название, конечно, придумать. Ну, так как... Ну вот посмотрите, что здесь творится. Что здесь творится? Посмотрите. Посмотрите. Поглядите. Видите? Тут посмотрите, как она вылезает. Видите, посмотрите? И куда-то идет. То есть она только кусочек здесь выходит. Там тоже. Видите? Тут все, все. Как червяки. Кто бы так сделал человеку? Как бы это сделал? Так вот. Чтобы вот завязка была вот тут около камня. То есть, значит, получается, продолжение туда идет. Вниз. Смотрите. И туда, вовнутрь камня. Пожалуйста. Видите? Поближе подойду. Смотрите, она там вообще плоская, как червь. Посмотрите. Как плоский червь. Смотрите. Там еще какие-то поперечные бороздки на этой, на пупке этой. И тут тоже вот обязательно вот эта штука, как нам представляют, вот это вот солнце, смотри, да сейчас. Вот здесь вообще во внутреннем дворе никому не видно даже. Неудобно смотреть. А какой здесь огромный асфальт, пол, да, посмотрите. Все мозаичное тоже, посмотрите, рисунок, да, и все наши листья вот эти. А? Ну, это мы уже пол тоже я рассматривала летом. Господи, сколько здесь труб-то. Посмотрите, сколько здесь отростков. Посмотрите. Это вообще, да? Посмотрите, сколько труб. Невероятное количество. А? Там отросток вот. Так, ну ладно. Пока скобу оставим в покое. Пойдем посмотрим, сколько стоит билет. Пока-пока.